находимся, станция метро Новогиреево, город Москва. Сейчас прошел одиночный пикет. И сейчас Ирина, которая участвовала в этом одиночном пикете, даст краткий комментарий по сегодняшнему пикету, по сбору подписей, сколько было роздано газет, сколько было собрано подписей и так далее. Ирина, вы в эфире. Да, добрый день. Расскажите нашим зрителям, как что сегодня прошло. С 18 до 20, 2 часа, значит, люди подходили с удовольствием, проводила с ними беседы. После бесед, а некоторые даже и без бесед, с удовольствием оставляли подписи. Собралась сегодня 17 подписей, газет 100 роздано, более 100. Подходил, еще раздавал специально людям, стоящим на транспорт, ожидающий домой. Тоже брали с собой в дорогу, объясняла им, что внутри находится бланк, который можно дома заполнить, 5 человек, и отправить по почте. Люди с пониманием относятся к этому. Видимо, брешь пробита по информационной, потому что и местные, значит, телевидения в некоторых городах уже стали реагировать на национально-освободительное движение и пускать их в эфир. И вот я вам радостную новость скажу, что у нас еще и русская радио пробило эфир. Вот послушайте, я вам сейчас включу. Так, ближе к телефону. Сейчас запущу. Русское радио. Новости. Народно-освободительное движение России начало сбор обращений граждан в поддержку президента по восстановлению полного государственного суверенитета и отказа от однополярного мира, привлекшего нас к незаконной ликвидации органов государственной власти СССР. Вся информация на сайте зареферендумнарод.ру и по телефону 38-63-96. Это все новости к этому часу службы информации. Новости. Вот слышали? Это радость для нас, потому что на самом деле русское радио уже начало об этом говорить, а там миллионы количества слушателей, конечно, да? Конечно. Поэтому люди будут как сарафанное радио и дальше распространять про нас. Я думаю, что пройдет еще какое-то время, и другие СМИ подключатся и к этому процессу, и осветят сбор подписей народа с требованием к власти об изменении Конституции от внешнего управления, да, восстановление суверенитета России, утерянного в 91 году, а также к прокуратуре требуем расследовать незаконный развал Советского Союза. И наши требования правые, дело наше идет к победе. Собираем подписи по всей стране, по всей России, и даже в бывших республиках идет сбор подписей. Ко мне тоже подходят и киргизы, таджики, с Украины. Грузии сегодня подходил, сказал, что в воскресенье подойдет, распишется. То есть народ интересуется уже хорошо. Вот. Дальше, значит, за референдум народ.ру вы услышали. На нашем сайте можно о нас посмотреть, более подробно узнать, чем мы занимаемся, почему, и наши акции по всей России. И я вам скажу анонс по Москве. Так как я в Москве нахожусь, у нас в ближайшую субботу 2 массовых пикета проходят. Первый пикет – это в Новокосино с часу до 4. Массовый. Это он будет согласован с префектурой. Мы свои массовые пикеты обязательно с властью согласовываем. У нас не бывает несанкционированных сборов. Вот. И в этот же день у нас будет на Бауманской метро тоже с 13 до 16. В воскресенье 28 апреля будет Пасха, но мы будем также вот здесь в Новогиреево стоять с часу до 4. Приходите к нам, да? Люди, оставляйте подписи, берите газеты, участвуйте в сборе подписей. И еще в этот же день у нас будет парк культуры тоже с 13 до 16. Вот по этим адресам, по этим дням вы можете к нам подойти и оставить свою подпись, взять газету и поподробнее с нами поговорить. Участвуйте, пожалуйста. Нам важен каждый голос. 2 миллиона подписей. Хорошо? Спасибо. Хорошо. Большое. Спасибо за комментарий. Победа будет за нами. Да. Освободим Отечество вместе. Освободим Отечество вместе. Так, покажем еще какой, да, плакат. Плакат у вас тут сегодня. Вот такой плакат, да. Сбор подписей. Вот у меня бэдж такой есть. Я
я официально собираю подписи. Я доброволец. Так что, люди, приходите. Спасибо. Спасибо. На этом трансляцию завершаем.